Здравствуйте, в студии Татьяна Савина. Я расскажу вам о погоде на завтра. В Сибири лето снова проходит мимо восточных районов. В тылу циклонов с северным ветром сюда продолжает поступать студеный воздух. И вот результат. В центре Красноярского края лишь скромные 15-20. Лишь вокруг Байкала еще до плюс 25. На западе теплого воздуха тоже становится меньше. В южных областях около 20, и только ближе к Уралу дотягивает до 25. Зато на самом Урале наша жара плюс 30-35 и с небольшими дождями. На европейской территории России жара продолжает диктовать нам свои условия. Пожароопасность чрезвычайная, воздух не только раскален, но и насыщен вредными веществами, и в перспективе пока никаких освежающих дождей. Завтра в средней полосе снова ближе к 40, как и на юге, почти без осадков. И только в северной половине немного мягче, туда прорываются и осадки, и более прохладный воздух, но пока лишь местами. Ситуация с лесными пожарами немного улучшилась, но если вы посмотрите на нашу карту, вы убедитесь, что горячих точек по-прежнему очень много. В их числе Нижегородская, Рязанская, Московская области, и это далеко не весь список. По данным центра Сканекс, видно, что весь центральный район почти полностью закрыт дымовой завесой. Ну а на берегу Черного моря, в болгарской Варне, таких проблем сейчас точно нет. Температура воздуха хоть и высокая, завтра там до плюс 31, но жару смягчает легкий морской ветерок и, конечно же, море. Температура воды плюс 30 градусов. Теперь вернемся в столицу. В Москве этой ночью плюс 23, днем 35-37 и с кратковременными локальными грозовыми дождями. Но достанутся они далеко не всем. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление все еще выше нормы. Относительная влажность воздуха всего 35%. И по прогнозам синоптиков Москвы и Московской области, такой характер погоды сохранится, по крайней мере, до конца недели. О погоде все. Простамол – растительный препарат для устранения симптомов хронического простатита и аденомы-простаты. Простамол помогает вернуться к полноценной жизни. Простамол – просто будь мужчиной. Простамол – просто будь мужчиной.